это одно из самых интересных мест во всей окрестности. Ну, обычно возят вон туда, там, где попы Томаса хотят. Да. А на самом деле самое интересное место — это вот эта вот горка, которая называется Коптевой горой. Знаешь, чем интересно? Здесь самое древнее поселение найдено. И тут раскопки были. Да, здесь самое древнее поселение, которое найдено в окрестностях. Это неолит. Угу. Может, поздний неолит, но смысл в том, что именно здесь, вот именно на этой горе жили люди. Именно этим она и знаменита. А все почему-то туда, к попам. Не знаю, да, что. Да. Хотя я считаю... У нас кругом хорошо. Да, хотя я считаю, что Боженька там, где тебе хорошо, а не там, где... Там, где кадилом дымят. Вот почему-то да, так. Правильно. Такое путешествие выше крыш. Да. Крыша встала уже. Все, замерзла. Да. Катаем немножко Трофием. У нас сегодня где-то минус 2. Ну, не холодно. Минус 3. Минус 3, да? Ну, в общем, не холодно. И для лыж еще рановато, а для велика вот в самый раз. Самый раз. Снег не глубокий. Катиться можно. Да. Но велик должен быть правильный. Да, резина правильная. Резина правильная. И навык и тормоза, вождения. И тормоза. И тормоза. И навык вождения. Потому как с лета ехать просто не получится. Да, я сегодня первый раз и, как говорится, не адаптировался еще. Мы обычно с Анатолием Васильевичем заканчиваем велосипедный сезон где-то по первым морозам, в зависимости от зимы. Как правило, это получается где-то конец в начале января. Ну никогда мы в начале января не ездили. Не, ну не по первому. А почему мы не ездили? Мы перед Новым годом, помнишь, мотались? Ну вот, по легким да, но да, по снегу мы не ездили никогда. По снегу не ездили. Это да, вообще первый раз. И удовольствие неимоверное, но вот каждый раз, когда я сажусь зимой на велик, а я что-то в этом году разошелся, я каждый раз думаю про то, что нужно купить фатбайк. Велик на толстых, толстых колесах. Да. Ну сейчас немножко по велику расскажу. По резине. Я тут езжу на родном практически летнем бортрейдже. Но вот этот бортрейдж, честно говоря, не переставляет меня удивлять. Он летом неплох, на трассе неплох. И, честно говоря, по зиме. Ну, не то чтобы хорошо, но ехать можно. Вот что меня удивляет. А знаешь почему, Толь? Мне кажется, потому что он мягкий. Да, потому что широкий, да, и он мягкий, он ложится. Да. А вот у меня перекачали. Тут на Кейлисе, да, Анатолия Васильевича, кенда злая. Ну, это, кстати, стоковая твоя кенда. Это да, она родные, с великом шла. Это что, если с великом, да, да. Они лежали у меня по лету, а для зимы это для зимы бомба. Ты их решил поставить. Ну и правильно. Значит, здесь у тебя две атмосферы, да? Спереди две, сзади где-то 2,5, даже может чуть больше. До 3, 8, да. Впереди по-прежнему стоит дисковый Томас и доволен чрезвычайно. Сзади все еще V-брейк, но я его в будущем году уже не помню его поменять. Вот по такой погоде, в таких условиях, чем дисковые тормоза хороши, чем они лучше V-брейков, это тем, что они очень контролируемые. То есть усилие нажатия на гашетку, на курок, одинаковое, то же самое, ты ожидаемо, повторяемо ожидаешь, чего ждать от тормоза. И в процессе движения на одном торможении, да, не меняет своего скользя. Да, да, да. На V-брейках совсем другой коленкор, да. Грязный диск скользит, чистый диск пищит. Попало чего-то. Ну, в общем, на V-брейке постоянно, да, надо подыгрывать рукояткой для того, чтобы понимать, чего ожидать. Вот. А вот для того, чтобы забраться в такие дебри, вполне, да, да, вполне обычного велика пока хватает. Да. Пока хватает. Конечно, далеко какие-то путешествия, это будет зашквар, а вот по месту кататься вполне нормально. Но фэтбайк хочется все больше и больше. Больше.
Такое очень, очень знатное место. Дубки называется. И здесь мы видим, самый шуминый есть вековой дуб. Лет 200-300, да, там? Ну, я так думаю, я точно не знаю. Ну, по виду, да. По виду, лет... Ну, вот, для масштаба два велика, пожалуйста. Велик даже почти в длину не... В дырку, выгоревшую внутри, можно спрятаться. Да. Можно залезть. В полроста, но ребенок 7-летний станет просто. И еще это место, здесь такая очень мощная, мощная позитивная энергетика. И здесь практически не бывает быдла туриста. Да. Почему не бывает? Потому что сюда машиной заехать нельзя. Вот. А на великах, там пешком, обычно быдло турист отвисает где-нибудь в более ухоженных местах. Более ближе. Более ближе. Вон дубок, вон дубок. Вот, вот все они. Все дубы, чтобы заметить. Там ольха, были, да? Были или времена, это поля это? То осина, наверное. Осина, да, наверное. Осина. Все дубы, у меня такое ощущение, что были когда-то в молодости срезанные макушки. Может быть. Наверное, для того, чтобы они были ветвистые. Чтобы не гору гнали, а ветвистые. Может быть, потому да. Потому что, если присмотреться, все они, сверху нету центрального да, ствола. Да, все разветвляются. Вон, то, все. Это... Или порода. Нет. Это, скорее всего, были когда-то срезанные макушки. Ну, в подростковом возрасте, так сказать. То есть, это, скорее всего, был чей-то парк в свое время. Но место очень позитивное. Вот хорошо здесь. Ровненько. И заметь, мы были на горе. Небольшой на ветерок, а здесь тихо-тихо. И зимой тут классно на санках кататься. С горочки, да? И на лыжах, да. И на лыжах я тут тихенько. Оно встань для дуба в обнимку. С той стороны, да. Интересно, просто для масштаба. Глянуть на меня и... Ну, ты вообще не толстый. Ну, да. То есть, ну, два обхвата точно. Да, наверное, даже чуть больше. Ну, бог даст, до них не доберутся всякие любители. Они уже подпалены, уже как бы траву полил кто-то. Ну да. Когда-то же людей здесь было тьма. Муще. На пушке. И дерево красивое такое, вот оно да. Именно моща. Такое. Узловатое. Да, узловатое такое все этих на сучках, на коленах. У нас небольшой краш. В общем, смотрю, съезжал с горки, а здесь под снегом, ну, палочки, жердинки. И колесо, а жердинку споткнулось. И кувырк, ну, бывает, на тонны маунтин байк. Вот мы и на речке. На речке совсем уже лед почти. Но... Толик говорит, страшновато, и интересно было бы на ту сторону там вернуться. Речка у нас называется, как в Польше, парламент. Yep. Вот так. И тишина. Ни ветерочка, ни шелохница. На горе были немножко ветрено, а здесь тихо-тихо. Когда-то здесь был очень людный пляж. Да. Который принадлежал Турбазе. Воды было больше. Вода была аж вот. Ну, короче, ну, вот где колодка лежит. Где колодка была вода. Да. Плюс-минус. Да. И здесь, почему пляж был? Ну, во-первых, понятно, рядом турбаза была большая. И, во-вторых, здесь песчаный берег. Песок навезенный. Навезенный, да. Песок навезенный, песка было много, и камни были, и песок. А турбаза, да, вот этот турбазовский пляж тут. Вот это где деревья, тут под ними куста не было, продавали... Катамаранки. Катамараны, лодки, байдарки. Байдарки носили обычно оттуда. Ну, байдарки, они, значит, не парковали на да, воде. Да, а лодки и катамараны вот тут вот были. Это. Вот на речке прогалина. Вот это вот тонкий лед. А вот где сизый, вот где белый, там вполне можно... Ну, в принципе, можно было бы петлянуть, пройтись. Ну, постоишь на берегу, я схожу. Как хочешь. Ну ты будешь. Поснимаю. А ты будешь накипишь. А я буду снимать. А веревка есть? Нема. Будешь ломать лед как этот. А ты будешь снимать? Да. Ух ты, подожди, а что за очки у тебя? Ну дай на себя гляну. Ух ты. Ух ты. Ну, да нет, ну теперь не видно. Не, продемонстрировать. Да я отражение хотел.
Ну, с резинкой. С уплотнителями, с тепленькими, ну, которые, чтобы не мерзли. Чтобы к мордяке не прилипали. Да, чтобы не... Дай привет передам. Привет. Я там вижусь. Да? Привет. Очередные испытания судьбы. Ты понимаешь, это называется своей смертью не помру. Все, он уже оно дышит. Видно. Он уже дышит, да. Пылечек, видишь? Он дышит. Он. Ну тут буквально 2 сантиметра. Ну да. Ну, да. Может, 3. Да. Ну, в смысле, для того, чтобы у нас уверенно. Надо какую-то палку или печню, чтобы попробовать. Сейчас попробуем. Для того, чтобы у нас уверенно ходить по воде, нужен лед хотя бы 5 сантиметров. Хотя бы. Лучше 8. За зиму промерзает, если хорошая зима, сантиметров на 30-40. Да, просто. Ну, такой лед. Да, до полметра. Да, а сейчас это... Ну, оно, если присмотреться, то видно... Ну, видно, он дышит, воздух. дышит. Еще один лед, да? Вот я пробиваю, вот он. Вот он дышит, потому что это верхний лед. Вот, вот пробитый верхний, он тонкий. Ага. А под ним вот палка скользит. То есть это по льду пошла вода? Да, это первый лед, заберег замерз, ага. Опустился, треснул. На него натекла вода. Пошла вода, да? Замерзла, да. Так может будем пробовать, нет? Нет, там может быть не быть той забережной. Может, под тем берегом, да? Да и вон посередине даже. Дело в том, что... Ну, он промоина. Вот она видна. Дело в том, что тут мелко. Вот тут мелко. Если была бы глубина, оно было, может, замерзшее. А так тут мелко и... Ну, течение большое, как бы, сравнительно. Ну, у нас дело в том, что у нас такая речка, где проталины могут быть даже в самый лютый мороз. Есть места, где не... То, что тут есть места, родники бьют прямо в реке. Просто не замерзает никогда. Не замерзает даже при лютых морозах. Да, да. Это вот там ближе туда к... Там много, и вверху есть там, по течению есть, такое, да. Да, везде есть. Так что да. Что, Толь, тяжело в горку-то? А? Да. Думаю, что мне так неудобно, у меня сидушка опущена. Паркуйся. Да, у тебя нога немножко не управляется. Мы уже на базе. Да. Нормально прокатнулись. Ну, как нормально? 9 километров, но эти 9 километров свободно можно умножать там на 3, на 4. Потому как трофейка такая удалась. Мне понравилось, Толь, что скажешь? Да. Классно? Особенно на горочку. Согрелись под конец, забрались. Вообще все супер. Все, да, поднялись, да. То есть завершение этапа действительно, что пока ездили, отдыхали. А потом на горочку назад, чтобы подустали немножко, сожгли калории. И как вот бы... и все, что мы спускались, да. По сути же мы же потом поднимались. Да, да. Нормально. В общем, велик, хотя он и горный, ну, в смысле, не снежный, да. Но при снарящей норовке и не очень плотном, не очень толстому снегу, он все-таки... Ну, сейчас самое нормальное, да. Нормально, да, подходит. Пока еще подходит. Снегу насыпят, будет что-нибудь другое. В какой-то мере даже... Интересно не меньше, чем летом. Конечно. Температурка вполне комфортная. Да, да. Ехать даже, можно. Даже уже и жарко стало. Даже немножко. Даже почти не упал. Сразу. А, ну ты же тоже, да? Почти не упал. Ну да. Вот так вот. Класс.